Привет, друзья! Российские подразделения начали получать гусеничный роботехнический комплекс «Варан». Несмотря на то, что его еще дорабатывают, часть роботов испытали еще в 2024 году в войсках. Сейчас идет адаптация турели ДУБ-2 компании «Радарт» для использования на роботе. Уже планируется начать серийное производство – до 300 штук в месяц. Гусеничный дрон «Варан» разработан московской компанией «F-Robotics». Роботизированная платформа «Варан» рассчитана под установку различного вооружения и тралов, в том числе пулеметов, ПТРК и гранатометов. Гусеничный дрон «Варан» можно использовать и для транспортных целей, в том числе его можно оснащать и взрывчаткой. При использовании для эвакуации раненых он может вывести на волокушах до 4 человек. Робота можно применять для штурмовых действий. Он отвлекает огонь на себя и подавляет огневые точки. Робот «Варан» имеет гидроизолированную электронику. Он может преодолеть по дну небольшую реку или водоем. Сейчас роботом можно управлять системой Гермес, как и FPV-дронами, на дальности до 10 км. Разработчики тестируют также связь по спутнику, кабелю и оптоволокну. Грузоподъемность робота «Варан» до 200 кг. Масса груза, перевозимого на волокушах, до 300 кг. Он развивает скорость до 50 км в час и может работать до 8 часов. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.